Ну вот, дорогие друзья, судя по тому, что мы видим, а вот наш воробушек вот так будет спать всю зиму, идут холода. Маша залезла к себе в берлогу. Вот так она в этом месте проводит всю зиму. Спячка. Сейчас вы видите, ну, в принципе, на 100% полноценную собранную медвежью берлогу. Вот так это выглядит.